Самарцы сами построят свой город и получат от этого доход. Проект «Народный займ» должен стать выгодным для всех. Покупка облигаций со ставкой в 13% годовых принесет прибыль вкладчикам и позволит реализовать социально значимые проекты. Здесь, в границах улиц Красноармейская, Самарская, Садовая и Льва Толстого, начнется проект реновации старой части Самары «Пять кварталов». Буквально через 2 года здесь развернется активное строительство. Появится 35 тысяч квадратных метров жилой и нежилой недвижимости, вся инфраструктура. А памятники архитектуры сохранят и отреставрируют. «Пять кварталов» объединяет планы и требования и жителей, и областных властей. Город обновляется. Это будет не разрозненная точечная застройка, а целый квартал со своим стилем. При этом самарцы получают новое жилье по всем современным требованиям, а также площадки для культурного отдыха и развития. Задача не просто построить, а преобразить и сохранить ценное. Проект «Пяти кварталов» в чем его особенность? Попытка примирить эти подходы с пониманием наших возможностей города, возможностей наших граждан, возможностей бизнеса, возможностей государства. Проект надежный. Его реализацию правительство Самарской области обеспечило залогом. Облигации можно передать по наследству, продать, подарить или вернуть. Все риски, которые связаны с возможным досрочным предъявлением облигаций к погашению, также учтены в бюджете проекта. Самой главной задачей такого механизма привлечения средств населения увидели в том, чтобы, во-первых, предложить понятный проект, который бы был и актуален, которого бы все ждали, и в то же время все-таки не забывать о финансово-экономической составляющей и проекта, и такой формы привлечения средств. За 3 дня поступило более 70 заявок на покупку облигаций от организаций и от простых самарцев. Займ «Народный» полностью оправдывает свое название. Приоритет отдается не коммерческим структурам или банкам, а людям. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.